إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Именно с этих аятов хотел начать эту запись в этот благословенный день, пятницу Сайдатин Айям, госпожа всех дней. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в сурате Аль-Ахзаб сказал, поистине Всевышний Аллах и его ангелы, начал себя, и его ангелы молятся, благословляют пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям. И тут же идет обращение: о верующие, саллю алей, молитесь за него, васаллиму таслима, передавайте ему свои приветствия, салям, благословляя посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, в Коране сказал: Аллаху яхлюку ма яша ва яхтар. Аллах, субхану ва тааля, создает все, что пожелает, и выбирает, избирает. Аллах, субхану ва тааля, сделал один месяц лучше, чем другие месяцы, как Рамадан, лучше, чем другие месяцы. Аллах, субхану ва тааля, сделал один день лучше, чем другие дни, как пятницу. Аллах, субхану ва тааля, сделал одного посланника лучше, чем другого, как Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Сделал одно писание лучше, чем другие писания на Коран. Сделал одного ангела лучше, чем других ангелов, ангела Джибраиля, алейхиссалям, над другими ангелами. Сделал одну местность лучше, чем другую местность. Мекка лучше, чем Медина. Поэтому сегодняшний день самый лучший день для мусульман, это пятница. Что же самое из лучших дел в этот день, в пятницу? Бывает такое, что когда, например, мы едем на хадж, на Арафате, вы знаете, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сократил и совместил обеденный намаз и после обеденного полудня зухр и аср, сократил и совместил, два раката прочитал и совместил зухр с асром. Для чего? Для того, чтобы в этот день, день Арафа, даже намаз его не отдалял от дуа, не отвлекал от дуа, от мольбы. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: хайру дуа, дуа йоми Арафа. Лучший дуа, наилучший из дуа, это дуа в день Арафа. Поэтому удивляешься, когда люди какие-то дополнительные намазы читают на Арафате и говорят: субханаллах, фард Аллах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сократил, совместил. Зачем читать дополнительно? Сейчас день дуа. Сейчас проси дуа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, просил дуа в этот день. Что же лучше делать в пятницу? Читать Коран? Нет. Самый лучший Коран читать, альхамдулиллах, месяц Рамадан, больше читать Коран. Но именно пятницу самое лучшее действие, как сказали уляма, ученые, это делать побольше салавата за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотите далил? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе: «Инна мин хайри айямикум йаумуль джума'а, фаакфиру алейя мин ас-салати фих». Наилучший для вас из дней пятница, и больше просите за меня в этот день салават. Больше просите для меня благословения в этот день. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман салли алейя салятан, саллаллаху алейхи биха ашара». Кто за меня сделает один салават, Аллах за него сделает 10 салаватов. «Саллю алейя, фа инна салатукум таблугуни хайту ма кунтум», сказал саллаллаху алейхи ва саллям, «делайте за меня салават, ваш салават дойдет до меня, где бы вы ни были». Также сказал саллаллаху алейхи ва саллям: «Аль-бахилу ман зукирту индаху, валям юсалли алей». Скупой, жадный человек, это тот, когда слышит мое имя, не делает за меня салават. «Аллахума салли аля Мухаммадин, ва аля али Мухаммадин, ва саллим». Саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.